Всем здоровья, ребята, с вами же Сава, и сегодня у нас вот такое вот срочное видео. Ну, лично я не планировал его записывать, честно, но из-за нынешних обстоятельств все-таки решился. Дело в том, что YouTube реально могут серьезно, как по мне, с 90% вероятностью или меньше, или больше заблокировать в ближайшее время из-за того, что позаблокировали разные СМИ на Ютубе по определенным причинам, которые я не собираюсь здесь оглашать и высказываться по этому, вообще высказывать свое мнение по этому поводу. Но как раз таки дело в том, что из-за этого могут Ютуб как бы закрыть все-таки в России уже реально и без шуток. Поэтому рекомендую все-таки вам, ребят, срочно либо вступить в наш Дискорд-сервер, либо вступить в нашу группу ВК, мою группу ВК. Либо я сделал, ребята, что-то необычное и, короче, завел Яндекс.Дзен, и уже, пока это видео выходит, пока вы смотрите, уже должно выйти первое видео на Яндекс.Дзене, которое является нарезками из последнего стрима вчерашнего. Так что можете там на меня подписаться, или если у вас нету Яндекс.Дзена, в чем я лично не сомневаюсь, завести его и подписаться там. Я, конечно, сомневаюсь, что меня и ВК, и на Яндекс.Дзене будут вообще хоть кто-то смотреть. И сомневаюсь, что это продлится долго, но я надеюсь, может, хотя бы какая-нибудь еще новая аудитория появится у меня на Яндекс.Дзене, в чем я опять-таки сомневаюсь сильно, но мало ли. На все, что я только что перечислил, будут ссылки в описании под этим видео. Все равно я сомневаюсь, что многие ютуберы останутся и будут на ютубе также выпускать видео после его блокировки и надеяться на просмотры с помощью людей, которые пользуются VPN, потому что, несмотря на то, что есть такая замечательная штука, как VPN, все равно большая часть людей, которые смотрят YouTube, исчезнут, и точно уже не будет смысла особо выкладывать ютуберам именно на ютубе какие-нибудь видео. Поэтому VPN максимум для того, чтобы смотреть старые видео. Максимум для этого. Ладно, давайте не будем нагнетать и будем все-таки надеяться. Все-таки у меня лично есть, хоть я пессимист, но у меня лично в душе, глубоко-глубоко внутри, есть надежда, что YouTube все-таки не заблокируют. Будем скрещивать пальцы и будем надеяться, что такого не случится. Но, как бы, все возможно, ребята, и это очень вероятное событие, которое может произойти буквально завтра. Поэтому срочно, ребят, делайте то, что я вам говорил до этого. Но пока, ладно, ребята, всем желаю здоровья, удачи и мира, конечно же. Надеюсь, на Ютубе еще увидимся. Пока.